скоро лето, и, скорее всего, вы с ребенком куда-то поедете на своем личном автомобиле. И мы вам хотим предложить дать листовку. А так как вы несете ответственность за своего ребенка, мы вам хотим напомнить, что его надо перевозить только в специальном кресле. Эмоциональные детские речи действуют, к сожалению, не на всех водителей. Только в мае больше полусотни автолюбителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки юных пассажиров. А с начала года на сыктывкарских дорогах таких поймали 500. Житель Усть-Вымского района в список нарушителей не попал. Евгений уже планирует семейную поездку на юг. Места в машине хватит и для детских удерживающих устройств, и для чемоданов. Самим спокойнее так, когда дети пристегнуты и сами пристегнуты. Это не из-за штрафа. Штраф тут вообще никакое значение не имеет. Имеет значение здоровье ребенка, это штраф. Штрафы за нарушение правил перевозки детей не маленькие – 3000 рублей. Эту сумму придется выложить, если малыш до 7 лет в салоне машины находится без автокресла. Любые сидушки и треугольники «Фест» теперь запрещены. Дети постарше обязательно пристегнуты ремнями безопасности. И еще. На переднем сидении автомобиля все пассажиры младше 12 лет ездят только в специальных удерживающих устройствах. Водителям необходимо как и в городской черте, так и за городом использовать детское удерживающее устройство для перевозки маленьких пассажиров. Только детское удерживающее устройство помогает избежать каких-то серьезных последствий дорожно-транспортных происшествий как и на низких скоростях, так и на высоких скоростях за городом. В столичные службы такси участились жалобы от сыктывкарцев. С увеличением потока выезжающих на дачи и на природу диспетчеры могут отказать в заказе, если звучит информация о маленьких пассажирах, или ждать машину придется очень долго. Оборудованных железных коней просто не хватает. А те, кто отправляются своим ходом в южные регионы, должны быть готовы к тому, что этим летом, после ужесточения правил перевозки несовершеннолетних, внимание госавтоинспекторов будет приковано ко всем машинам с детьми. Константин Куратов, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.